Это не тест на точные знания формул и теорем. Цель викторины – дать возможность каждому человеку проверить, насколько его картина мира совпадает с научными знаниями. С каждым годом организаторы фиксируют все больше желающих стать на несколько часов лаборантами и погрузиться в увлекательный мир науки. В этом году лаба проводится в третий раз и планируется к участию 35 стран. Поэтому она в этом году будет проводиться не только на русском языке, но и на английском, на французском и других языках. В нашем городе лаба впервые откроет свои двери для саровчан. Площадкой для открытой лабораторной выступил саровский физтех. Каждый участник получит два бланка, в которых будет записывать ответы. Один он сдаст на проверку, а второй оставит у себя. После того, как пройдет время ответов на вопросы, завлаб, это сотрудник нашего института, и еще один человек, не буду раскрывать его инкогнито, это пусть будет сюрпризом, разберут все варианты, расскажут, как правильно. Открытая лабораторная – это развлекательный проект, который позволит проверить свои знания о базовых явлениях жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики. Мероприятие позиционируется как лаборатория, где вы, как участники, будете выступать в роли лаборантов, у вас будет журнал лаборанта, и работать с вами будет завлаб. Чтобы стать участником международной викторины Open Lab, нужно прийти 9 февраля в 411-ю аудиторию 2-го корпуса Саровского физико-технического института. Начало в 15:00. С собой нужно взять только ручку. Елена Грицко, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.